Доброго всем времени суток, с вами Дексер, Стартракер. А, и... ща куда-нибудь двинем. Так. Так, что у меня, собственно, есть? А, ничего у меня нет. Стою, жду. Так, что у меня по деньгам? А, денег у меня 92 деньги. Тоже ни о чем. Пятую часть, кстати, я карты исследовал. Нормально. Я не был в Танктауне, не был в Трех Королях. Говорит, говнищенская, говорят, система, но слетать надо. В Трех Королях не был, порочный круг я не могу в принципе попасть. В Пьюрити я тоже четко как-то не был. Давай по этому всему вот-вот и вот слетаем. Так, окей. Отконнекчиваемся. Че по батарейкам? Ага, скоро все кончится. Ну, так, что у нас тут? Фильтры приехали на ноль. Парочка. А жоп с ними, пусть стоят. Так, объявление. Где у нас объявление? Так, я пока встал на кресло, я посмотрю, у меня хламиё какое-нибудь лежит. А хламиё никакое не лежит. Ну ладно. Давайте я закрою. Чё у меня дверь-то открыта? Мордак. Я бы на таком грузовичке работал. Да, хорошая штука. Так, мне вот туда. Ядра я подожду, пока сдохнут. Так, мне кажется, у меня вот туда. Я не уверен. Не туда? Да, мне туда. Верхнюю плечо. О, я посмотрел, как маэстро рулит. С интересом буду смотреть следующего видео. Это человек, который чудом выживает в этих космических дальнобойщиках. Так что советую глянуть. Мне еще говорят, я что-то не замечаю. Угу. В играх. Я что-то пропускаю там и так далее. Невнимательно. О, блин. Не, я еще самого внимания. Так, что с топляком, кстати? Бум. Ну, извините. Кстати, странно, какая скорость является скоростью втыкания такой нормальной? Так, Эджбург, Оникс, мусорные поля, Медуза. Медуза, 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 Медуза. Так, давайте что сделаем. Вот я бы мусорные поля сгонял. Ага. Так. Да, контракты можно вот так сейчас через эту работу. Опа! Красота, да? А, не-не-не. Оникс. Мусорные из медузы в мусорные поля. За полтора ксаря. Ну, как бы, да. Это из мусорных полей обратно я могу просто взять и вернуться. Пофиг. Не буду. Так, мне, пожалуйста, в мусорные поля. Принять. Но это не тут, естественно. Мне это надо лететь и брать. Ну, стукнулся я хорошо. Что у нас? Ну, да, рекомендуется ремонт корпуса. Согласен. А вон груз. Ну, у меня бабла нету. Ничего я пока сделать не могу. Ох, это раз интересно. А чё хреново? Я не вижу, что под капотом происходит. Я, конечно, понимаю, стилистика, все такое, да, это дальнобойщики, они в космосе, дальнобойщики. Все дела, но, блин, как же неудобно-то.
На дороге-то этот капот бывает мешает. А что такое-то, я не понял. Неровно. А? Хватит. Прицеп 86. Вы что, издеваетесь? Я до него только дотронулся. До зеленого поселка. За бабки до зеленого поселка-то. Ну ладно. Тут вариантов, так понимаю, немного. Медуза, зеленый поселок. А, ну тут две трассы-то. Нет, одна, наверное. А есть до зеленого поселка что-нибудь еще? Эджбург. Бизнес-хаб. Заблокировано что-то там. Атлас Прайм. Похоже, нет. Ну, полетели на экспресс-фильм. Там приходные врата. Только на экспресс могу. Странно, конечно. Но вот денег нет, допустим. И чё? Блин, 6% прицеп. Ну, груз не повреждён, а прицеп не повреждён. Это странно. Потому что если в ворота я там прям въехал, то здесь я аккуратно так, тюк. Близость мусора, ну да. Энергоячейка приехала. Стоять. Вот тут плохо, что ручника нету. Так. Вот она. Пустая. Полная. Так, я вправо. Следующим вырубить кислород. Я понимаю, я без денег остался. А, 150, да вы издеваетесь. А значит, уведомление банк. Ваш аккаунт в данный момент бесплатно использует оговоренный кредитный лимит. Пожалуйста, проверьте финанс, выставите, что вы не превысите одобренный вам лимит в 2500. Б.
башня Гудмана заблокирована, станция Тайгер Рок. А тут починки нету. Но там, похоже, обычные ворота, поэтому я просто через них проеду. Плечок мне еще рано. Медузовый экспресс врата просто пипец. На кой черт? Да, и деньги я зря все потратил. Так, с грузовиком мы можем встречаться. Он прям куда-то вниз идет. Пикирует, зараза. Оттуда я попробую в Танктаун. Ну, мне, конечно, машина битая, но не сильно. Да, здесь бесплатно. Но тут я был, в полях. Там, автосервис закрыт. Какого хрена у меня закрыт, я не понимаю. Ну, закрыт. А! Блин, тормозил, чем мог. Жопа Новый год. Ну, мусорные поля, что делать. Они играют в Тех Тор симулятор. Ах, этими симуляторами магазинчиков. Так, все заварил. Но припарковался я вот кусок, конечно, классно. А главное, уже понятно, что не увернешься, он уже просто вот в морду летит. И никуда не денешься. Что у нас машина сильно бит? Ой-ё. Да. Не будем разгоняться. Фиг ли там вот заблокирован? Это же ворота заблокированы какие-то. Куда, интересно? А вот сюда. Блин, я бы в автосервис слетал, но он мне заблочен. Собака тоже. Ох, что-то эта зона для разгрузки с той стороны должна работать, мне кажется. Ладно. Профессионал я или погулять вышел. Но бонус-то мне не видать, 73%. Кстати, блин, кирпич прилетел по машине. На прицеп поврежден. Аккуратное вождение. Ну ладно, что-то дали, то хорошо. Уровень не дадут. Ну и жопы. Так. Автосервис почему-то заблокирован. Не знаю почему.
Того. Это более длинные эти прицепы, да. Так, смотрим, что тут есть. Вообще можно было... Ать. Смитсон, чё-то там. Хорошо, ты первая. Куда я полечу, наверное. А, все, больше ничего нет. Танктаун, ворота. Давай аккуратно. В Смитсон в этот. И невзирая на битую машину, я бы в Танктаун слетал. Ну, просто вот такая вот серия про задворки вселенной. Почему бы нет, а? Ну, тут очень коротко надо в полях летать. Прям вот. Кстати, вот цистерна висит. Кстати, вон висит сцепка вообще из трех контейнеров. Я бы хотел такое возить, но мне до этого еще качаться и качаться. Короче, все, я хочу в Танктаун. Надеюсь, я выживу и не добью машину. А это, не-не-не, вверх не пойду, это крыша соберу, это все. Почему возле станции своей не убираете, застранцы? Это раз. И где у вас причал, это два. Серьезно, где причал-то? Я не понял. Ну, так не подлетел, а причал-то где? Блять, внизу, что ли? Не, не похоже. То есть на ней отметка висела? Пока не подлетел. А где коннект? Все нормально. Ну, снизу вряд. А, нет, коннект. Ой, блин. То есть что, это просто вот... станции и все? И не для чего? Забавно. Но вот это светится, это не коннект. А зачем она такая существует? Хотел бы я знать. Так, мне туда, если что. О, что это такое? Стоять? А, я знаю, что это такое. Это мусор хороший. Мусор, с которого можно что-то поиметь. Хорошо, бабки мне нужны. Пойдем. Залутаемся. А вы как думали? Так-то и лутаем. По одному. Комплекты с едой это. Это можно загнать.
И вот так скажем. Беда, да? Я не уверен, может с ящиком вылезти сюда, и тогда... Может все в ящик запихать, хрен его знает. Ну, пиво и какой газовый баллон. Ну, я возьму. И я не уверен, что можно шлюз набросать. Мне кажется, нет. Ой, труп треснулся. Вернуть там кислород не будет, мне кажется. Ну ладно, тоже бабки. Давай, 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 не цепляйся. Лапа не цепляется за него. Ну да, то, что тут грузов нет, прям беда. Нет, там был груз с мусорных полей обратно, можно было взять контракт и типа обратным рейсом цапнуть. Катушка припоя. Но это, по-моему, не ремонт, это просто катушка припоя. А бросить? Не, бросить нет, смотрите, видите? Красная. Да-да-да. Все, последний. Баллон с пропаном. Как ты в космосе ты выжил баллон с пропаном? Тебя разорвать должно было. С3, H8. Я что-то не припомню, чтобы пропан... Ну, правда, С3, H8. Все. Затарились. А это у нас торговать. Не уверен, что это прям богатство. Что ж, не богатство. Но сколько денег я за это получу? Ну, по крайней мере, на машине на моей это не применимо никак. Ну я вижу один вариант, в Танктаун двинуть, что я хочу там побывать. Маркер пропал. Мне вот интересно, я сейчас отличу от этой штуки. У меня опять маркер появится? Ой, ну это как страшный день пролетел он сейчас. Здоровый обломок. Смисл Star Wars, да. А подлетаешь, маркер пропадает, и ничего не появляется вместо маркера. То есть коннектиться к ней некуда. А зачем он тогда? Какой-то задел на будущее. Ну, 6 километров, ладно. Непонятки. Может, туда доставка, конечно. Но я даже не вижу площадок для доставки. Но здесь есть грузы. Контракты отсюда были. Почему-то прямо здесь их нельзя брать. Или можно? Нет, нельзя, тут только эти сюжетки.
километров. Знаете, на такой скорости поедем. Быстрее не надо. Но просто круиз жрет меньше топлива, чем я. А обидно, что сервис заблочен. Без мусора, да. Так, генератор кислорода отказ. Пойдем. Ага, точно. И пошли они жабой души мы. Не надо мед рисовать, ничего. Все хорошо с кислородом. Там что-то мигает еще. Что-то. А, набор идет 4 литра в час. Иди отсюда, нечисть. Набирается, набирается кислород, иди в пень. Плюс 27, расход 23, иди отсюда. У нас все хорошо. Так. Не пищать. С скафандром там тоже что-то. Ух, я сейчас батареек-то натыркаю. Куда они летят? Там что-то есть? Ну там что-то светится. Ну правда там ничего не светится. Какая-то фигня залученная. А им светится. А боты врезаются, интересно? Или там трасса для ботов? И там нельзя врезаться. А врезаюсь только я здесь. Блин, все в заплатках. Хара пищать, уже нормально с кислородом. Там зарядка скафандра уехала. Ну как бы. Ну зарядка скафандра она жрать не просит. Бэм было непонятное. Ну не важно. Все, уехали. Ох ты, тени какие. Так, никого там? Никого там. Ну ладно. Когда-нибудь меня тут сервис пустят. А так получается сервис в Atlas Prime есть. Надо будет просто пока посмотреть, где еще он есть. И починить машинку. Надеюсь, сейчас из Танктауна какой-нибудь бабрище получу. Но мне вообще писали, что это жопа жуткая. Танктаун. Ну просто я там не был, хочу побывать. Ну и в Пьюрити еще. Станциям не следовать 8 секторов. Заправку пока не нать. Босс один, чтобы это ни было. Тогда я посмотрю, что тут у нас. Мусор, в мусорные поля. Дорога. Заправка заблокирована. Фиг ли все заблокировано. Заблокировано, заблокировано, заблокировано. Босс один, босс два. Я так понимаю, эти два места, где можно получить задание. Скафандр приехал, но скафандр пока положен. Будет смешно, если тут заданий нет.
Твоя фура должна пройти обязательный весовой контроль. Отправлюсь к точке маршрута и останусь в отмеченной зоне. А где? Сейчас остановлюсь, мне не жалко. Скажите, куда? Назовите на весовую станцию. На весовую станцию. Вы видите? Я нет. Магаз есть. О! О, а вон весовая станция. Все, я понял. Все увидел. И магаз. И все увидел. Все хорошо. Все маршруты и сервисы. Хорошо, все маршруты и сервисы. А как попасть на весовую станцию? Надеюсь, еще в бочину никто не влетит. Знаете ли, могут. Вон она. Так. Вираж. С весовой станции они очень смешно, конечно, сделали. Я без груз сюда прилетел. Ну ладно. А, я знаю. Тут вес еще есть то, что у меня... Да. То, что у меня в отсеке. Ну, вот эти вот сзади у меня лежат. Кстати, у меня может быть перевес. Меня груз. Алкоголь. Могут быть проблемы, да? То есть вот это тоже вес имеет, но у меня 30 килограмм лимит. Не знаю, тут таможня есть или нет. Разворот. Ага, задание вижу. Ну, все неплохо. Мне бы еще сервис найти. Сейчас будем на карте посидеть. Не гудеть. Алкашку мог найти. Алкашку мог найти. И это будет, наверное, плохо, не знаю. А шлагбаумы, да. Стоим. Так. Магаз. Магаз направо. Магаз налево. Магаз направо. Майс еще хотел за эту штуку очень интересно дергает. Она сбрасывает воздух с кабины. Он, наверное, этого не знает. Он думает, это ручник. Скажите ему кто-нибудь. Да. Так, полбака мы переживем. А вот батареечек надо. Плюс я взял пару фильтров. Взял пару фильтров, они там стоят, как сбитый Боинг. Ну, возьми пару фильтров, да, миллионер подпольный. Вы охренели тут так летать? А как вот ваш магазин ходит? Хотел бы я знать. Тут что у меня? Заряд скафандра пофиг. Но нужно еще. Короче, три батарейки мне надо. У меня денег столько нет. Или есть. Наверное, есть. Побитая, блин.
Чинить, не перечинить. Поперли. Так, во-первых, раз. Но... Шпарится. А, это нельзя, да? Так, севшие батарейки. Отлично. Это у нас косарь с лишним. Берем батарейку. Но фильтров тут нет. Ну хорошо. Батареек только две. Это, кстати, плохо, что только две батарейки. Ну ладно. А, так я могу еще батарейку. Вот тут сейчас филячить. Так, это меньше. Так я батарейку сейчас сразу загоню. Пиво Андрей нельзя, батарейку-то можно. Но она недорого стоит, батарейка. Так, карта. В Три Короля я не ездил, но туда только из Атласа. Было бы забавно через Пьюрити проехать. Тут? Тут сервиса нету. Тут есть сервис на внутренних полях, но он заблочен. Тут нету. Покраска есть. Магазин улучшений. Ага, ну вот в Атлас надо съездить. И оттуда двинуть в Три Короля. Ну, интересно просто. Значит, через Пьюрити туда. То есть мусорные поля, поселок Пьюрити. Вот это мне все подходит сейчас в качестве груза. Так, ядро скоро вырубится. Ну, это понятно. Лети мимо. Я пока посмотрю, куда я могу приконектиться, чтобы... А, он задание. Какие страшные звуки раздаются. Ладно. Фиговинка меня вроде пропустила мелкая. Заблокированы, скорее всего, заблокированы телепорты туда, куда мне рано. Так, ну вот тут стойка с грузом, я думаю, к ней имеет отношение вот это вот. Очень неудобно коннектиться, но я думаю, с той стороны тоже есть, просто с этой стороны морда машины торчит. С той стороны, вернее, морда машины торчит, а с этой нет. Блин, битый. Копченый какой-то, битый, ух. Красить, чистить, красить. Так, один прыжок. Куда все это? А, отклонить. Мусорка. А с мусорки... Ой, вообще копейки. А с мусорки нет... Дороги никуда. Берем. Груз вижу. Странно, я думал, тут будет. Ну ладно. Так, теперь шлагбаум все не цеплять. Ну еще не встретиться ни с кем, чтобы движение оживленное все. Вон оно. Вон оно. Крайне неуютно тут по части вот этого вот всего.
Очень все тесно. Ну, так и должно быть. Так, сначала сюда, дальше уйду. Потом поверну. Доверну, вернее. Сторону. Значит, смотри, скоро еще и дорога улетит, да? Ну, вылетит, так вылетит. Меньше метра должно быть. Блин, меньше полуметра. Отлично. И мне мусорные поля, да? Круто. Но у меня на 180. Вход в мусорные поля сзади. И мне хвостом еще не спануть. Тоже бы крайне хотелось бы. Погоди, я правильно кручусь? Нет, неправильно. Но, с другой стороны, я вышел из этого подземелья. Вон они, мусорные поля. Я как бы над плоскостью эклиптики пролечу. Как это правильно называется. Так, я это боком лечу. Низ вон там. Как я тут это в погрузчик не вписался. Бывает. Долина Гамма. Мне тут закрыт пока дверь. 85 ограничения у меня. 90. Давайте снижу. Чем? Сдается мне тут односторонняя дорога. Так, это энергичейка скоро приедет. Ну, не страшно. Так, а я мусорные поля лечу, да? Ух ты! Крутится-то как. Ну они хоть не летают, тут на месте висят. Что там про проблемы написано? Zero G? Zero problem. Конечно. Сейчас у меня скоро наступит Zero G. Ну тут, если не вперюсь, дадут за аккуратное вождение. Уже радует. 37 километров. Может, 80 километров имеется вот этот пробег? Я просто да, это прощелкал немножко, что мне говорили по весну. Но мусор на полях сейчас лучше не расслабляться с чтением квестов. Ничем хорошим там не кончится. Так, вижу зону разгрузки. 90 не надо. О, 100 тоже не надо. 80, а то дофига.
Ну что, давайте по прямой. Я надеюсь, ничего не подцепляю. Ух ты, там лохнуло что-то. Что это было? Фиг ли автосервис закрыт? Уровень у меня вышел. Ну, понятно, почему ворота закрыты, да? У меня в те сектора рано. Еще автосервис-то закрыт. Без мусора. Да, мы близки с этим мусором. Так, ладно, с местом Star Wars не полечу. Не про меня это. Вижу. Ну, хоть на влете почистили немножко, машину быстрее еще едет. Я думаю, до нее успею. Короче, гарантия закончилась. Они очень много наговорили. Теперь на твою фуру и разукрасит. Да. Мой друг держит пока что цех в Атлас Прайм. Заглядывай, как время сделать твою фуру еще красивше. Короче, все, гарантия кончилась. Хотя говорили 80 тысяч или 80 километров еще пробежать. Ну, короче, не знаю. Как-то странно. На спиной внутри ничего на 80 не похоже. Тем не менее. Но ведь 35 и 128 тысяч. Что из этого 80, я не знаю. Типа проехать еще 80 километров? Странно все это. Так, с мусорных полей я заказ никакой не возьму. Ну, 1700, неплохо. Звездный водила, если он 5 уровня, я еще не достиг. Достиг. Подтвердить. Так. Меня пока никуда не пускают. Мини-навыки. Ок. Доп-рецепт могу брать. Это что такое? Не габаритный доп, хорошо. Но с Минсона я не полечу. А, у меня по любасу зеленый поселок. Поняли? Топляк есть. О, слушайте, а ядро кончилось? Ноль, а все нормально. Это странно. Еще три батарейки, хорошо. Так, погнали. Автосервис 1,5 километра. Хо, заработал. 5 уровень открылся. Поехали в сервис. Что у меня тут прям фигово все. Так, внутри кирпичей нету. Главное фуру в борт не поймать. Растаращил все батарейки по разным уровням.
А теперь все одновременно никогда не кончится. А, ты смотри, сервис разблокировал. Так, а я передом туда должен заезжать, правда? Так, ремонт корпуса. Подтвердить, подтвердить. Тюнинг. В конце концов, это ваш грузовик. Не орнамент, а фигурки. Сенсоры в поисках утиля, да, я понял. Ни хреново так. Снижаем вариант выхлопа. Не-не-не. Ну, это все украшения, кроме сенсоров. Но тут апгрейдов не так много. Это реально видовая ботва. Так, я надеюсь, сейчас в зеленом поселке уже возьму двойной прицеп. Ну и починено все прекрасно. Радует. Смотри, как он мчится. Не, мужик, я первый. Не, я первый, я, не ты. Я первый. Сейчас бабах мне сзади. Тормози там давай. Я первый к этим воротам. Все, я его подрезал, нормально. Прибыли. Сейчас за алкашку за жопу возьму. Я чувствовал. Нет? А? Ну ладно. Неожиданно. Такого не было. Я думал, что механа. От пива надо избавиться, сколько можно-то. Так, ой, хорошая система, что-то булыжники летают какие-то. Так, ну я собираюсь в Пьюрити. Мне теперь надо либо башня Гудмана, либо станция Тайгер Рок. Короче, что-то из этого долететь и груз посмотреть. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.